лучше берите свои маски. Чё? Вот они пакетики. Нашу Милочку на прививочку. А я-то думала, что Дэня мне будет мешать ногти делать. Я вообще про вас забыла, крошки мои. Ты знаешь новость? Просто вообще ад. Привет, мои хорошие, начинаем новый влог. Сегодня мы собираемся заехать в Леруа Мерлен, посмотреть вообще. И кто-то говорил даже, что Зара открыта уже. Но сегодня понедельник, говорят, что в Москве даже какие-то, да, торговые? Все торговые центры открыли сегодня. Все торговые центры в Москве открыли. Но Ростов-то нас точно не хуже, да? В плане... не хуже. В плане... ну вы поняли. Вот, и я думаю, что сегодня тоже, наверное, что-то у нас открылось. Просто я не в курсе, новости не смотрю, и только вот так сели в машину, пошли, проверили. В общем, надо зайти в Леруа Мерлен, я хочу посмотреть, будет ли там все-таки кухня, которую я хочу. Также нужно зайти в Зару. Детишки, конфетки, что делаешь? Не стучи. Все хорошо? Да. Настроение огонь? Да. Что-то под Деньки не скажешь. Очки переверни. Поехали? Мы зашли в Зару, ла-ла-ла-ла, она работает. Но здесь особо снимать нельзя, поэтому потихонечку. Народу нет, но мы счастливы. Я уже разбираюсь в трендовой обуви. Вот это тренды. Мой лучок на сегодня, кстати. Я наконец-таки решила одеть этот костюмчик, потому что погода уже у нас быстро становится холодной. Ой, жаркой. И думаю, одену. Очень классно, но вообще просто бомбически. Такая, хожу. Кстати, у меня, я уже помыла голову, чуть-чуть подсмылась тонировка, смотрите, больше белого появилось, еще больше видно эти переходы по бокам. Мне прям очень нравится. Что, моя хорошая, мы сели в машину, в общем-то, по торговому центру походили, ничего не купили. ДНС открыты, МВидео открыт, Леруа Мерлен открыт, это Ашан открыт, Зара открыта, что еще открыто? Вот где кофе, вот это вот продают, чай, я видела, двери тоже были открыты. Sony, вот это наполовину у них двери открыты. Ну, в общем, кто-то открыт, кто-то не открыт. Я не знаю, кто-то официально открыт. Adidas открыт. Adidas открыт. Кто-то официально открыт, кто-то нет, но мы там дальше уже не ходили. Не знаю, IKEA, может, тоже открыто, может, нет. В общем, везде дезинфекция, народу не так много на самом деле. Я не знаю, что я сегодня купила, потому что с детьми как-то все равно внимание все туда, на детей. Денька пока в корзинке... Ты чё ругаешься? Денька пока в корзинке ехал, он, короче, уже засыпал такой. Сейчас, я думаю, мы проедемся, и он должен уснуть, а мы покуролесим. Может, в Мак заедем, что-нибудь вкусненькое купим. Давайте Макдональдс. Вот оно! Ты недавно говорила, я не знаю, какая моя любимая еда, а Макдональдс. Вот это всегда да. Поехали. В общем, мы доехали до торгового центра «Горизонт». Денька идет, еле ноги волочит, потому что он часик поспал в машине, уснул. Мы все это время снимали, прикалывались, заехали в Макдональдс, покушали. У Любы, кстати, во влоге вся часть, которая была между Леруа Мерлен и Горизонтом. Вот, так что на ее канал можно пройти по ссылке под видео. Посмотрите, кому интересно, чем мы там занимались. Сейчас хотим зайти в Горизонт, она хочет в косметику зайти, в Золотое яблоко, но я не знаю, работает, нет, сейчас проверим. Так, открытый детский мир у нас и вот магазины. Обувь можно купить, Зарина, Бифри, кстати, можно что-то там полазить. Оригинал, Маринс, а я Мартинс, блин, прочитала. Котофей, все детские магазины почти открыты. Так, ну пойдемте проверять, чик к чему. Вот так вот, видите, все серьезно, никого нет. Вот, рандеву. Подъем в детский мир, все три этажа. Забыла маску в машине, пришлось одноразовую местную взять, но она спадает. Денька у меня, короче, вообще шугается торгового центра. Он в шоке, он уже забыл, как это среди людей в торговом центре. Бля, все боится. Иди сюда, хоть. Так, золотое яблоко открыто, смотрите, все заперемотано, но можно пойти. Света мало, как будто не все работает, но глянем сейчас. Так, мы идем дальше, короче, золотое яблоко открыто, но там только две какие-то, две стоечки. Денька, он измазался пирожком. Две стоечки. Adidas.
со скидками. Это, две стоечки только лежали, ничего особенного. Не смогла себе взять то, что хотела, только если на сайте заказывать, а потом сюда приходить. И сейчас посмотрим, что еще здесь работает из магазинов. Все обклеено, вот такие дорожки, дистанция огромная. Везде антисептики, везде огромные. Везде маски, перчатки. Так что все чики-пуки. Вижу отсюда, что H&M открыт. Это радует меня. Посмотрю, что там есть за джинсики. Хочу себе мамфиты, вот, только моего размера. А то я в Страдивариусе заказала. Кстати, хорошо, если Страдивариус работает. Я бы вот прям уже взяла самые лучшие по цене и качеству в Страдивариусе мамфиты. Два цвета там было. Вот, я бы купила еще. Марк никого не пускает, на фейс-контроле стоит. Можно пройти? Пожалуйста. Кстати, в H&M просто огромное количество народу. Да, серьезно вам говорю. И тут очень хорошие распродажи и скидки. Вот, сейл. Мама! Не кричи, зайка. Короче, мы напали на H&M, реально накупили себе кучу всего. Знаете, что хочу вам сказать, девочки? Лучше берите свои маски всегда, слушай, потому что я взяла... Какое вообще вранье? Что? Вообще. Они, короче, давай. Специально эти автоматы устанавливают, короче, ну... А что там надо? Короче, нажимаю, короче, кладешь 20 рублей. Так. И типа нажимаешь кнопку, нажимаешь, и там, короче, выбор. 1, 2, 3, 4, короче. Ага. Я быстро нажимаю, она попадает на четверку, но все равно одну выдает. Нормально? Вообще... Один чупа-чуп 20 рублей. Наобманывала. Вала. 40 рублей отдала. Не, мне не жалко. Просто не, на самом деле чупа-чупсы дороже же стоят. Да? Ну я никогда не покупала. Ну разные цены на чупа-чупсы. Напишите, сколько стоит чупа-чупсы. Я даже что-то не знаю. Мне кажется, где-то больше. Сам автомат настроена так, что типа... Наобманывать, чтобы. Да, обманываю. Офигеть. Просто не, мне не жалко. Просто, блин, нечестно. Конечно, это... Если бы у меня был бы свой автомат, я бы... Ты бы побольше обманывала, да? Да. Что-то не на 20 рублей. Давай открою. Короче, я хотела сказать вам, чтобы вы брали свои нормальные хлопковые вот эти вот повязки, потому что, да, открываю, вот это синтетическое, в ней так жарко, просто жесть. И постоянно ходят тебе и поправляют, поправьте маску. Да и у меня уже пол лица вспотело, уже течет. Было в багажник, наверное, положить. Сейчас положу. Ой, что ножки устали очень. Да, конечно, с непривычечки. А что с ним? Я у меня... Здравствуйте. У меня камера работает. Она 9 минут уже камера записывает. Ну нормально вообще. Короче, мы сели в машину. Вот они, пакетики. Я не знаю, кстати, где вам здесь показать или в отдельном видео. Напишите, как бы вы хотели во влогах, чтобы были покупочки, или все-таки в отдельном видео, вот как я сажусь, вам красивый фон, тра-ля-ля, и рассказываю, показываю, меряю все с эмоциями всякими. Ну, более подробно, то есть, да, потому что если здесь, то это я просто одела, о, смотрите, какие джинсики, тра-ля-ля, и все. Напишите, как вам больше нравятся отдельные обзоры или во влоги все пихать. И будут тогда у меня одни влоги. Вот смотрю название, Stretch, да, по-моему, или Stride, Straight Fit, не знаю, как правильно читается, высокая талия, вот, ну, очень похоже на мамфиты, вот, 1999 стоит, никакой скидки мне не было, я применила свою скидку, когда вещи сдавала, у меня они были, слава богу, с собой, и мне сделали скидку, а так бы никакой скидки не было. Хотя при входе было написано на все 40% скидка. Ну, далеко не на все. На бюст, на лиф мой тоже не было скидки. Вот он стоит 999. Так, что-то еще тут хотела показать. А, размер 34. Представьте, вот я сейчас ношу 34, а в Страдивариусе я заказывала свои джинсы. У меня размер 38. Прикиньте, два размера минус, просто похудела я. Вот в кроп тоже у меня 34 размер XS. И они вообще, мне кажется, большеватые на меня. Мне бы поменьше. Так, вот я нашла свои мамфиты Страдивариус. Вот они, 38, вы представляете? Так я еще в них хожу, они у меня вообще большие. Но они такие крутые, что я бы пошла в Страдивариус и купила бы еще такие. Там были вот такие светлые и были еще темные. Я бы взяла и светлые, и темные. Ну, 36 там, по-моему, сейчас мой размер, вот. Там. Смотрите, какое красивое сегодня небо. Оно вот такое синее, видите? А вот там оно такое красное. И вот прям такие просветы офигенные. Очень красиво сегодня.
Так, время у нас 12 часов ночи, и что бы мы делали? Мы хотим сделать ноготочки, уже подготовили все. Выровняла спинку. А что у тебя не горит лампа? Задумалась, да? Белые ноготочки уже заканчивают. И я потом буду делать себе педикюрчик. Вот уже подготовила ногти и руки, и ноги. И буду делать цвет. Потом покажу, какой я выбрала. Вот он даже с названием. Французская лиля. А я-то думала, что Дэня мне будет мешать ногти делать. А нифига. Дэня по сравнению с тобой, милый, вообще ангел. Вот-вот, шуруй. Ну все, мои хорошие, вот такой цвет получился у меня. И ножки тоже сделала. Вот. Время без 15:02. Я только закончила. Все, сейчас беру Милку и спать. В общем, короче. Всем доброе утро. Мы проснулись, и сейчас мы уже с Денькой идем нашу Милочку на прививочку отводить. Осталось на 20 минут, но тут ехать не рядышком. Вот, мы идем с Денькой. Пижаму видели, какая крутая? Покажи маник, мы же вчера делали, я сказала, покажу. Вот, беленькие. А у меня вот такие при свете нормально. Вот, все, Денька, одеваемся, давай, нас ждут. Вот что значит ППХ, я не взяла телефон, просто забыла телефон. Но я не буду возвращаться, сейчас я ее на прививку свожу и привезу домой. Вот, а потом я хотела вообще-то на почту еще съездить, но тогда мы уже, наверное, все вместе поедем. Знак. Милочка-то мяукает. В шоке, думает, что такое, да не успокаивает. И говорит, не плачь. Как я могла телефон забыть? Ну, я, да, потому что все сейчас так, прививка там, то все, это нервы там собрать, перейти, что все-таки забыл телефон. Ну, ладно. Вот так вот едем всю дорогу, Миланка мяукает, сердце кровью обливается у меня. Ну, я думаю, все хорошо будет. У меня брат делал прививку в этой клинике, которая у нас на райончике находится. Сказал, все хорошо. Вот, поэтому я думаю, что я должна сама туда съездить, еще проверить, но отзыв был хороший. И отзывы в интернете тоже хорошие. Маленькая моя. Слушайте, ну все, сделали мы прививочку. Кричит она, потому что на самом деле просто ей не нравится сидеть в этом домике, и когда мы едем. А так она вообще так спокойно себя вела. То есть она даже не вырывалась там, ну я ее так придержала, как бы, но она вот не рвалась там и не кричала, ничего, очень спокойно. У меня детки вообще спокойные. Я Деньку с собой взяла, и он вообще сидел, вообще прям ребенок. Спокойствие, не мешал, короче, пока делали прививку, все это дело, сидел и ждал, потом жалел Миланочку. Вот, прививку сделали вообще очень быстро. Ну и как бы Милка не плакала, ничего, поэтому я даже это больше боялась. Вот, и нам сказали еще через там 20 дней, по-моему, да? Да, через 22 дня прийти и сделать еще прививку, и может быть от бешенства мы туда же сделаем. Все, и после этих прививок она сможет гулять. Мы сможем гулять с ней на улице. Специально есть такие поводочки под ручки, да, и можно будет гулять. Но пока она маленькая, я с ней гулять не планирую, ничего, да. Плюс за границу выезжать можно будет, если что. Вот раз в год там делается от бешенства, вот это я поняла. Она говорит, если вы планируете выезжать за границу, а я думаю, что почему нет, конечно. И если я буду надолго уезжать, то, может быть, и ее лучше с собой брать. А может, мы и жить куда-нибудь уедем. Ну, короче, вот. Ну, может быть, от бешенства пока можно не делать, да? Ой, Мил, ты чё ломишься? Она, кстати, спокойно потом после прививочки села, успокоилась вообще. А вот сейчас посадила ее сюда, и она возмущается. Хорошо, что возле дома. Ну, мне понравилось. Доктор, все, я у нее все вот там узнала. Вот. Сейчас дома будешь отдыхать, все. Так, зашла в фикс-прайс, сейчас как раз время было обеда на почте, нам на почту надо заехать, мы Милану оставили. Видео, кстати, знаете, что я вам хотела сказать? Сейчас. Я сделаю еще пост в Инстаграме, но я думаю, вам будет интересно вообще узнать о нашей дружбе, о каких-нибудь прошлых моментах, о нашем опыте совместном. Поэтому, если будут такие вопросы, задавайте под этим видео, во блоге тоже, вот, если вам интересно там
как долго мы дружим, там, и так далее, так далее, там, кто из нас, что-нибудь. Но я еще в Инстаграме, вот здесь оставлю свой Инстаграм, тоже сделаю пост специально, где будут люди оставлять прям конкретно вопросы для нас двоих, и мы снимем отдельное видео, сядем, возьмем чайку, конфеток, короче, и поболтаем, вот. Или если у вас еще будут какие-нибудь идеи совместных видео, с ней как можно больше снять видео, да, если будут какие-то идеи, вы прям захотите, вот прям снимите вот это видео вдвоем, будет интересно, да, там, то кидайте свои идеи все вот сюда в комментариях, мы будем их читать обязательно, вот, и воплощать жизнь. Я вообще про вас забыла, крошки мои. Это она виновата. Ну, конечно, если бы не ты, мне же нужна твоя помощь. Не надо, я не виновата. Наоборот, хорошо, что ты увидела, что я встала с комнаты, пришла сюда, ты почувствовала, пришла, и видишь повод. Ты мне помогла? Не оправдываюсь. И повод закончить день. Так что... No. Посмотри, какая бузяка. Видали? Красиво, кстати. Огонь вообще, баба. Может, мне так покрасить? Блин, я сегодня, по-моему, не снимала влог, нифигашечки. Я, по-моему, сегодня... А, мы сегодня же прививку мелы делали. Да, я взяла, потом... А, нет, я что-то вам говорила сегодня, да. Но потом я пошла малого укладывать. Бегались, закрутились там, то все. И я вообще пошла его спать укладывать. Вот сколько, 8:30 искупался, пошел спать. Он долго засыпал. Я за это время 50 заснула, 50 проснулась, чтобы сказать ему: да я быстро повернулся и спать. Мила спала со мной, она такая сонненькая, но сейчас вон раздухарилась, да? Выспалась, мадам. Ага. И, короче, да, я проснулась в 11 часов. Вообще, я проснулась, зачем я проснулась? Я проснулась, потому что Мила проснулась, начала сигать по мне. Я ее... Сикать на мне. Короче, а я ей размораживать мясо поставила кусочек. Я думаю, она уже разморозилась, я держу это в голове. Я случайно увидела, посмотри, какая классная. Ой, это что за порода? Это твой ориентал. Ну да, только супер-мега экстремального типа. Знаешь, похож на эту летучую мышь, да. Ну, мне нравится, красиво. Вообще на тебя похожа? На меня похож, говорит. Вот так она меня видит. Черная, как черная летучая мышь. Нет, наоборот. Не надо, вот уже все. Уже не оправдаешься, да. Это, короче, я к чему, что я накормила Милку, и вот она прыгает, короче, скачет. Сейчас вот она уже допрыгивает и скачивает. И мы пойдем спать. Вот. И я, короче, водички попила, печеньку поела, что-то такое. Как цветочки ее приучаю, все. А то пока диван мне хочет порвать. Ладно, сегодня спокойной ночи. Завтра увидимся. Люблю, целую, пока. Снимала, ух ты, что это такое там? Дай маме носочек. Милка вот так носки любит гонять. Вот она взяла мой носок и вот куда-то заныкала. Да? Дай маме носочек. Ну-ка, дай маме носок, мамин. Я начинаю новый влог. А почему? Для чего? Ты знаешь новость? Еще 25 тысяч дали. 10 косарей на карман пришло, ура! Ты понимаешь? Я вчера такая... А у меня же тут высвечивается такая... Не поняла, 10 тысяч. Первое, что я увидела, не надпись, а 10 тысяч. Да, потом уже пенсия, все дела. Короче, получила 10 тысяч буквально 5 дней назад. Я оформила заново, переоформила себе эти 10 тысяч. Вот, и они мне пришли. Спасибо государству, хоть на это. Спасибо государству нашему за 10 косарей. Теперь можно пойти что-нибудь купить. Ой, ну на самом деле лучше отложить. Нет, на самом деле лучше купить, отложить, не знаю. Короче, в любом случае мы пойдем в магазин сегодня и еще что-нибудь купим, наверное. Что, моя милочка, моя девочка, как ты себя чувствуешь после прививочки, а, моя кошечка? Вчера спала весь день, под вечер раздухарилась, да? Ой, девочки, это наслаждение, вообще мы засыпаем вместе. Все, я ее один раз отругала за то, что она прыгает по кровати. Ну, будет, просто прыгает по кровати, по Деньке, кусает за ноги, когда он спит. Это не дело. Все, я ее наругала, положила. И говорю, никуда не идешь.
И, короче, хищница. Вообще, два пацана, она ни хрена их не боится. Такая была, дрожала вначале. Просто она их гоняет тут вообще. Ну, просто хищница, девчонка. Мия, Мия. Вообще не боится. Вот, короче, все хорошо. Спит теперь, засыпает со мной. И спит до конца, не будет у меня среди ночи. Вообще все идеально. Подстраивается под нас, умничка. Крошки мои, только что сняла для вас видео на второй канал. Да. И я тестировала вот такой вот гиалуроновый крем. Мне посоветовала одна из подписчиц, сказала он, что мега-супер-мега огонь. Поэтому заходите на второй канал, ссылка под видео будет. Там будет конкретный видеообзор и все за и против. Та-та-та-там, пустота, это моя нежность. У меня такое хорошее настроение, и мне нравятся очень эти ушки. Так, мои хорошие, мы вышли, уже приехали на место. На меня остались детишки, детишки-конфетки. Мы можем погулять, кстати, вот здесь торговый центр «Парк» вот есть, да? Но я думаю, она недолго будет, может, минут 40, может, полчаса, пока поболтает, пока все узнает. Мы никуда не поедем, детишки, мы выходим сейчас погуляем и маму ждем. Как мы без мамы поедем? Мы никуда без мамы не поедем. Вот, что, здесь какие-то свежие мясо, магнит. Ну, не знаю, что-то я не хочу гулять. Наверное, пойдем через дорогу вот туда вот. И среди елочек погуляем. Да? Да. Ну все. Мы, короче, нашли тут местечко. Детишки присели. А ты что от нас отсел далеко? Иди сюда. Я там не буду. Почему? Ну давай, двигайся, Денька, туда. Дэнь, иди садись туда поближе к Марку. О, ладно, давайте вот так сидеть. Мы, короче, решили на парней посмотреть, как они вот здесь на самокатах творят чудеса, крутятся, вертятся. Вообще здесь очень красивое, смотрите, место. Красивое место. Вот. Но нет ничего детского, нет ничего детского, к сожалению. Поэтому я говорю, пойдемте посмотрим, как ребята прыгают. Так, вот так вот, значит, мы идем в торговый центр. Вот этот большой. Посмотрю сейчас, что там открыто-закрыто. В торговом центре хоть машины не ездят, я уже не так буду переживать. Так, Деньки купили очки. Вот только что. Вот здесь вот. Ты не хочешь показывать мне, как очки на тебе сидят? А Денька покажет, да? А ну-ка, одень вот эти очочки, День. Такие синие взяла. Снимай эти. Одевай вот эти. Дэнь, ну аккуратно с очками надо. Эти другой формы, и они не зеркальные. Это так, знаешь, если вдруг. По другой стиль. Сейчас зеленый, желтый подходит. Ну что, крошки, мои лайфхак. Как сделать так, чтобы пока вы ехали до цели, до другой, детки молчали, а просто им надо булки в рот засунуть. Мы едим пирожок с картошкой. Маркус, что ты кушаешь? Сосиску в тесте. А я взяла себе пирожок с картошкой и взяла еще вот такие печеньки нам с Денькой. Вот. Потом попробуем, покушаем. Все, сейчас едем в торговый центр, еще возьмем себе, может быть, футболочек. А мы буквально позавчера были в торговом центре, по-моему, или даже вчера, я уже не помню. И снова мы сюда приехали. Здесь спокойненько, музычка играет. И сейчас зайдем в магазинчик, посмотрим, что-нибудь еще там. Вообще, я тут решила пройтись по распродаже, но некоторые вещи, как бы, вот прям хочется показать вам сразу, кайф, смотрите. 2500 стоила скидка, 1500 сейчас, мой размер S-ка. Ну, у меня похожее есть что-то, да, ну, кайф, вообще, платье, такой классный пояс. Такой прям хаки, красивое. Так, ну что, мой сегодняшний лук я вам не снимала, вот так я выгляжу сегодня. Джинсики прям обожаю, кайфую от них, даже не знала, что так буду любить вообще джинсы, вот эти мамфиты. Это не мамфиты, это чуть другие, но очень похожие. Вот. Так, и вот маечку. Сейчас я взяла кучу разных футболок здесь. То, что я не буду брать, я вам покажу здесь. А, наверное, то, что я буду брать, я уже все-таки сниму отдельное видео. Ну, будем смотреть сейчас, посмотрим. Короче, я взяла почти все, что выбрала. Ну, вот на повторе брала там вот майки по 150 рублей. Вот, которые по 150 мне не подошли. А вот те, которые по 250 и 300, они подошли. Тоже белые и черные, они почти идентичны, но просто что-то в них другое, и вот подошло. Короче, я все это беру, а это отношу. Зашла в Кантата. Кантата. Вроде правильно, Кантата. Или Кантата. У них, кстати, какао продается, но оно все с сахаром. И кофе без кофеина есть, так что сейчас мне делают кофе без кофеина. И мы пойдем искать. Села батарейка, короче, на телефоне, я была в примерочной, и я ей написала, но мне кажется, сообщение ей не отошло. И вот они сейчас наверняка пытаются мне дозвониться, я
Скорее надо пойти их найти. А точнее, я сейчас пойду в машину, подзаряжу телефон и позвоню, скажу, что я в машине или приду, где они находятся. Кстати, H&M в этом смысле очень молодцы. Данюль, идем. Тем, что у них очень много распродажи сейчас. Там прям сейл, сейл, сейл. И вот за вокруг этого сейла очень много людей крутится. И мне на самом деле, даже сейчас, когда зарплата там упала в два раза, да, тоже не хочется тратить, тем более какие-то там старые коллекции, возможно, да. Ну, ничего же не привозили, все закрыто, границы закрыты, как бы, естественно, все распродается, как бы, да. И покупать покупать по стоимости обычной как-то не хочется. И как раз-таки сейл самое то. Когда у людей нет денег, да, когда они думают, когда же все заработают, куча людей без работы. И сейчас, мне кажется, только сейл рулит как раз. Как я набрала там по 300, по 250 рублей. Самое дорогое, что я взяла, за 350 рублей, по-моему. Посмотрим, короче. Ну, именно с распродажи сегодня. Вчера-то я джинсы за 2 косаря взяла, блин. Ну ладно, зато рада, хожу в них. Зайчики мои, пришла к машине, а они уже сидят, тут нас ждут. И как я и чувствовала, написала смс-ку, и когда как раз у меня батарейка села, оно прогружалось. Я прям почувствовала, что смс-ка не дошла, и что надо идти к машине и заряжать телефон. Они уже здесь ждут, и да, действительно, она не дошла. В общем-то, все, мы двигаем домой. В общем, да. Да, в общем, короче, да. Короче. А, в общем, короче, мы двигаем домой. Хотя на самом деле такая шикарная погода, что. Классная погода. Я как-то, мне кажется, еще не доустала даже. Да? Все, заехала сейчас еще в Фаберлик. Я надеюсь, вот эта штука не мешает вам. А Фаберлик, оказывается, у них сейчас сокращенные дни какие-то. И то есть раньше они там работали 4 раза в неделю, грубо говоря, там, или 5, да. А сейчас они работают 2 раза в неделю, и там вот 3 часа каких-то. Я, короче, сегодня не успела, походу, пришла и закрытые двери поцеловала. А видали, Милка, куда забралась? А мы пришли, а тут кто-то мяукает. Ты на солнышке грелась все это время, девочка? Ты моя. Как ты сюда забралась? Все, я искупала малого. Теперь мы будем укладываться спатики. Сейчас будет самый ужасный и больной момент. Это я буду снимать свою вот эту гульку. У меня когда так высоко закованы волосы, у меня потом болит голова. Просто сегодня голова была не свежая, и нужно было ехать. Хотя пахнет, голова пахнет. А, я же воспользовалась сухим шампунем. Да. Все, сейчас будет болеть. Напишите в комментариях, кто тоже не любит носить хвосты и у кого потом так болит голова. Просто вообще ад. Прям вообще, прям болит. Мне кажется, массаж головы нужен. Почему так интересно? Это же всего лишь волосы. И я не затягивала прям так сильно, знаете. Вот еще и еще. Блин, ну еще не так сильно больно. Бывало и больнее. Бывало так, что мне аж плакать хотелось. Все, мои хорошие. Все, мои хорошие, наверное, буду прощаться с вами, чтобы влоги не были сильно длинными, да, наверное. 2 дня я так провели, я еще там, наверное, болтаю по делу и без дела. Вот, поэтому с вами прощаюсь, люблю вас, целую, мне еще предстоит умыться, надо не забыть. Вот, а еще приехала ко мне Любашка, и она очень любит ухаживать за собой, там все время какие-то масочки, все время что-то вот делать с лицом, да, там. И, ну, всегда выглядит прекрасно и хорошо. И мне, она для меня как вдохновение такое, да, что все время рядом с ней я хочу тоже выглядеть очень хорошо. И она меня вдохновляет на то, чтобы я там красилась, выходя, что-нибудь на голове замутила, что-нибудь одела красивенько. Может быть, сегодня мы пофоткаемся. Но каждый раз мы ходим пофоткаться, короче, и забываем уже, какой раз пофоткаться. Нам удалось только с детьми гуляли, сделать там по парочке фоточек и все. Вот. А еще я вам могу снять свой вечерний ритуал. Чем я умываюсь и как, да? Первое, это мицеллярка.
Я, честно, бывает, делаю иногда вот такой вот сухой демакияж, да, то есть умываюсь мицелляркой как следует, она мне не щипит глаза, ничего не раздражает. Кто-то мне говорил, что мицеллярку нужно смывать обязательно водой, но в моей мицеллярке не написано, что нужно смывать ее водой. Я брала ее в экспрессе, мне она нравится. 3 в 1, очищение, увлажнение, экстра уход. Потом я беру корейский тонер, прохожусь по лицу, вот, и в конце мажу просто кремом ночным от Oriflame, мне он очень нравится, он такой легкий крем-флюид, приятный аромат, я кайфую. Мне на самом деле, я кайфую, почему? Сейчас берем мицелляречку. Я кайфую, почему? Потому что до этого я нашла просто невероятный BB-крем от Oriflame. Я просто в шоке, какой он красивый, как он идеально ровно ложится по моей коже. И я подумала, что крем тоже хорош. Ну и вообще некоторые продукты, я знаю, что они с хорошим составом, как бы такое, знаете, все. Хотя раньше к Oriflame я относилась так, бюджетная косметика, типа там, ну типа Faberlic, типа Avon. А на самом деле, мне кажется, косметика косметики рознь, даже сетевая. Oriflame это же сетевая. А кстати, еще что касается туши, вообще, как прекрасно было, когда были нарощенные, во-первых, или наращенные, как правильно, ресницы. Во-первых, первое, что это не сыпется тушь вообще. Во-вторых, это ресничка к ресничке, вот так всегда, все прекрасно. В-третьих, хоть в огонь, хоть в воду реально с ними. А вот это вот туши, блин, подбери. Мало того, что в разные стороны, блин, они красят, да? И плюс еще сыпятся, понимаете? И долго не держится. Я прям глазки так вот вытираю тоже. Прохожусь как следует, короче. Так, ну все, в зеркало подошла, вроде все смыла. Теперь беру тонер и прохожусь. Не знаю, мне кажется, тонер еще больше очищает как-то или что-то питает. Во-первых, он идет у меня там увлажняющий очень. Состав, мне кажется, хороший. Secret Key фирма. Мне кажется, он как завершает очищение. Теперь даю высохнуть этому всему. И все, мажу кремом ночным. Раз, два, три. Раз, два. Мне последнее время понравилось. Дэня, тишина. Мне последнее время понравилось днем дневным, ночью ночным. Раньше я любила универсальный крем какой-то постоянно использовать. А сейчас прям не кайф, что ночью ночной, а днем дневной. Все, быстро впитывается, прям легкий, нежный флюид, прям кайфный. Все, мои хорошие, ко сну готовы? Пошли спать. А с вами прощаюсь, до следующего видео. С вас подписочка и лайк. Пока-пока.